Чувашия сохраняет свои позиции в группе регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. Научно-исследовательский финансовый институт опубликовал рейтинг субъектов страны по разделу «Бюджет для граждан». По данному показателю Чувашская республика получила максимальную оценку – 6 баллов и вошла в число субъектов, предоставляющих значительный объем информации о бюджете в доступной для граждан форме. Таким образом, республика сохраняет свои позиции в рейтинге. 7-10 место среди субъектов страны и 3 место по Приволжскому федеральному округу и находится в группе регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных.